Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Носова. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать вот такие вот броши. Эта брошь у меня заказали на юбилейный выпуск спустя 40 лет после окончания школы. Сейчас я с вами покажу, как делать такую брошь. Возможно, кому-то понадобится такая идея. Размер моей броши 9,5 сантиметров. Берем нашу ленту и переворачиваем внутренней стороной к себе. На одну такую брошь идет около 39-38 лепестков. Я наделала их уже, как видите, целый пакетик. Также нам понадобится непосредственно картинка с любой надписью, которая вам нужна. За картинку я хочу отдельно поблагодарить двух девушек. Это Юлия Павлова и Марина Тимошенко. Они мне разработали в такой дизайн, и я очень им благодарна. Берем наши лепестки и начинаем обклеивать. Таким образом обклеиваем по кругу. На первый ряд у нас ушло 15 лепестков, затем будем наклеивать с вами второй ряд. Его мы будем наклеивать чуть выше первого. Таким вот образом. Наклеиваем шахматом порядке. На второй ряд у нас также пошло 15 лепестков. Берем фетровый пятачок, он у нас также 6,5 сантиметров. И будем закрывать заднюю часть нашей броши. Украшать мы будем вот такой вот обычной стразовой шиной. Ее размер 21,5 сантиметра. Сейчас будем ее опаливать. Советую опаливать с помощью зажигалки. Так намного удобнее. Опаливаем и формируем форму круга. Крепиться они мне будут на вот такую вот маленькую булавочку. Вот такие вот броши на встречу выпускников у нас с вами получились. Как вы видите, я их сделала аж 18 штук. Это был мой самый первый объемный заказ, с которым я считаю, что справилась. Делала я этот заказ 5 дней. В целом я потратила около 2 бобин белой ленты 2,5 сантиметров.
Но я, если честно, своей работой очень довольна. Надеюсь, что и выпускники тоже будут очень довольны. Ну а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения, ведь оно так нужно нам, гостеницам. Всем пока-пока!